think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что у нас сегодня? ПВЗ 3 опять. Наконец-таки я добрался до телефона и сегодня буду пробовать... О, спасибо. Пробовать добивать... Подарим. 23 уровень. Туда я вчера добрался, дальше уже не играл. Кто, кстати, играет, вступайте в клуб, будет проще, будете получать и сдавать растения, соответственно, получать крышечки, за которые потом сможете на рынке обменивать на вот таких вот недостающих и новых персонажей. Вот, допустим, 120, у меня уже есть 200. Я коплю дальше, можно получить огненный игрокострел. То есть варианты разные есть, очень прикольная тема. Так, вот такой вот у меня состав. Дракон, шишка, кабачок. Блять, вечно вылетает, как это называется. Баттеркап, лимон и кукуруза. И мы будем с вами сейчас проходить следующий левел. Я вам покажу еще здание, которое я пооткрывал новые. Вчера я вам показал. Я забрал лабораторию. Вот у меня открылось еще одно офигенное здание. Его я вам тоже покажу. В общем, поехали. Поехали, пока поштурмуем. У меня осталось две жизни, к сожалению. Ну, реально тут сложно. У меня 1100 противников силы, а у меня 770. То есть, немножко сложновато, но, в принципе, своей тактикой я без проблем прохожу первое... этап, набираю там очки, солнышко, и потом, соответственно, уже прохожу следующий этап. Тут, кстати, есть уже летающие зомби, тут все, что хочешь, есть. Ну, чем дальше, я вам скажу так, тем намного интереснее игра, реально затягивает. Она нестандартная, и возможностей прохождения есть дофигища просто. Успеем, не успеем. Должны, по идее, успеть. Да, успеем. Блин, вот это вот самое-самое жесткое. Это вот эти вот акулы. Они уже здесь появились. Это просто писец какой-то. Они выскакивают... И на середине волны, я думаю, здесь тоже такое будет. Но я потом буду отдельно заснимать, думаю, вам волны прохождения. На середине волны просто жесть творится. Они залетают, и ты нифига сделать не можешь. Блин, еще мелкий тут идет. Делаем вот так. Надо ставить кабачки. Чем побольше желательно, тем получше. В общем, здесь реально трэш творится. Чем дальше, тем настолько сложнее. Вы даже себе не представляете. Но игрушка реально затягивает тем, что здесь надо качать дофига всего и возможность играть без доната. Участвуешь на арене и нормально получаешь в итоге плюх. Схавала, сучка. Падла! Вот это падла! Капец! Просрали, короче, мы с вами, скорее всего, катку провтыкал. Но, видите, немножко ставку не на то сделал, и все. Падла! С ведром. Блин, конечно, состав меня очень печалит. Но ничего не поделаешь, будем пробовать.
Ну, реально здесь драконы тащат. Очень причем. Я не жалею, что я в них влил ресурсы. Вы увидите тоже видос с прокачкой. Может, вы его раньше увидите, чем этот. А может и нет. Так. Вот начал. Начался трэш, ребята. Я потом вам покажу статы этих зомбаков, вы офигеете. Блин, по расходникам печально у нас все. В принципе, нормальные зомбаки сейчас идут. Я надеюсь, я правильно расставил. Самое главное сейчас не проспать. Баттеркапы. Или это все? Да, что-то эта волна вообще изи. Я надеюсь, что это все. Очень легко, кстати. По сравнению с 1, 2, 3, 4, я думаю. Да! Изи просто. Ну, видите, и не получил я из-за того, что я на одной волне слился. Но ресурсов дальше дают дофига. То есть ресурсов у меня и монеты копятся, и все, для прокачки хватает. Но в разы сложнее проходить. Мы движемся, я сейчас хочу до 25-го дойти, на 25-м. Вот. Новые итемы. Новое растение. В общем, 24 и на 25 у нас будет с острым соусом локация, где его будут давать. Вот туда я стремлюсь, потому что когда я ее захвачу, я получу просто дофигища возможностей. Так, забираем плюшечки. Чик, чик, чик. О, новое, смотрите, сразу же. Ну, у меня практически все новые уже есть. Дерево тоже. Я еще, кстати, многих таких юнитов не изучил. Думаю, сделаю отдельный видосик. По применениям. Такс. Ежедневку еще не сделал. Вот так вот. А мы нафармим тут. Так, что у нас по ресурсам вообще делается? Вот куча дофигища новых, видите, пооткрывалась. Вот это вот хочу найти. Чудо. Парилинг маршрум. Интересно будет посмотреть. И сейчас я хочу насобирать и забрать вот эти вот. Гидрангея. Короче, вы поняли. Так. Так. По шишкам поэтому понятно. В общем, будем с вами штурмовать следующий левел. Интересно, интересно. Интересно. Поехали. Ого, нифига себе. Кстати, сейчас попробуем первый этап пройти. Тут можно смотреть юнитов. Тут реально офигенные темы есть. И возможности. Новые какие-то акулы сейчас будут. Жесткие. Да, пожирнее зомбаки уже стали. О, нифига себе, это что за фигня? Ага, хренушки. Я тебя придавлю кабачком, падла.
Нифига, кабачок его не берет. Он что, летающий? Офигеть просто. Ну, понятно, мы здесь просрем попытку. Не, ну это жесткие. Жестко очень. В общем, ждите видосов. Всем удачи. Всем пока.